36-летний Дмитрий Шепелев отправился в отпуск. Телеведущий выбрал Америку, а компанию ему составила 36-летняя возлюбленная. Об отношениях шоумена и дизайнера Екатерины Тулуповой стало известно в прошлом году. Пара уже живет вместе, а их дети подружились между собой. У новой избранницы Дмитрия есть дочь Лада, которой 6 лет, как и его сыну Платону от Жанны Фриске. Дети быстро смогли найти общий язык. Сейчас влюбленные отдыхают в США, в сети появился снимок пары. Бывший муж Жанны Фриске идет рядом с высокой блондинкой. Екатерина и Дмитрий сделали ставку на casual и выбрали удобные наряды для длинных пешеходных прогулок. Ведущий ток-шоу Первого канала на самом деле в последнее время часто жаловался на свою работу. «Чувствую усталость и где-то даже разочарование в моей работе. Думал, такое случается с каждым.